Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения. В субботу в 17:30 вечера на 12-м километре на трассе Сургут-Нижневартовск водитель десятки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с «Хондой». В результате различные травмы получили водитель десятки, его четверо пассажиров, а также ребенок, который был в иномарке. Пострадавших госпитализировали в травматологический центр. Она у меня ехала по этой полосе, а он вышел на обгон, да, обходил колонну. Там знак «Обгон запрещен». Все, допустил столкновение. А у нас сестра за рулем и двое детей сзади. Дети не пострадали. Ну, как пострадали сейчас, пока на обследовании в больнице. Испуг. А с десятки там в районе 5 человек. Все раненые. Пока проходило оформление аварии, образовалась пробка. Через 10 минут из-за затрудненного движения рядом произошло еще одно ДТП. Водитель Volkswagen Polo наехал на стоящие перед ним машины Nissan Qashqai и Kia Rio. К счастью, эта авария обошлась без пострадавших. Причиной происшедшего, по словам водителя Volkswagen, стал образовавшийся на дорожном покрытии стекловидный лед. Ехал я с нормальной скоростью. С нормальной дистанции спереди увидел то, что все затормозили. Справа была машина, потому что никто не ожидал то, что спереди еще одно ДТП было, насколько мне известно, с трупом. Слева встречка, эта колонна стоит, справа машина тоже ушла от этой колонны. Ей удалось избежать ДТП. Мне не было куда деваться, нажал на тормоз, меня понесло юзом. Я хотел выйти туда, но машина у меня просто пошла и все, да.